Здравствуйте, дорогие мои подписчики, все те, кто зашел на мой канал. Сегодня я с вами Галина. Сегодня я сварю маленькую овощную икру. Вот чуть-чуть, чтобы покушать. Значит, здесь у меня обжаривается на растительном масле лук. В этой вот чашке я буду готовить. Здесь у меня капусту я накрошила, вела, купила ее. Потом еще на что-то пойдет у меня. Значит, здесь у меня зелень накрошена. Один зубчик чеснока, томатная паста. Здесь я порезала морковочку, две вот таких маленьких стеколки, одно яблоко, паприка, что там, соль будет у меня, ну, тут посмотрим еще там, сахар. Значит, обжариваем, лук я обжариваю, жарится. И одновременно сюда я все это высыпаю. Вот. Тут будет обжариваться морковка, свекла, яблоко. Я его почистила, порезала. Вот у нас вот такая крайняя немножко. Пока я солить ничего не буду, пусть это обжаривается. Это у меня маленько обжарилось. Сюда я добавляю капусту. Я белочек его накрошила. Еще пойдет на пару блюд. И пакетик. О, хватит. Это все дело. Так, сюда же я добавлю пасту томатной. Вот. Две. Капельку масла я сейчас посолю это все дело. Оп. И у нас там соль. Продукты я взяла произвольно, как всегда. Это я все перемешаю. И у меня сейчас маленько это схватится, еще обжарится, и я добавлю водички. Что у нас? Вот у меня такая вещь будет. Она потушится, добавим сахарку, соли, приправ, зеленушки, уксуса маленько. И он будет. Вкусняшка. Водички сейчас маленечко добавлю. Он сейчас минуту, две, три, и я добавляю воду. Маленько добавлю. Так, сейчас добавим воду кипяченую. У меня вода кипяченая. Поехали. Оп. Она все равно будет у меня выпекать. Добавлю. Вот так вот и пусть кипит она. Водички хватит, если что, потом может добавлю, посмотрю. Так, покипело у меня это все дело. Беру я хотела, чтобы он у меня остался лимон от майонеза. Так что чтобы косточки не выпали, добавлю лимончика, соку лимон. Нова. Сюда же. Так. Сюда же мы добавим черный перчик. Сюда же я добавлю сахарку маленько. Так вот, сахарку. Дальше берем паприку. Паприку обыкновенную. Ну вот как-то я ее уважаю, поэтому я ее... моя красавица. И сюда же теперь я беру зелень нашу. Здесь зелень и зубчик чеснока тоже так же сюда же я закидываю. Это все перемешиваю.
Вот он у меня 5 минут постоит, попарится. Сейчас я попробую на сахар, на соль, на кислоту. Она у меня постоит, поприт. Это минут 5, потом я выключу это все дело. И пусть она у меня будет остывать прямо на этой конфорке. Когда она у меня остынет, я это все выложу в контейнер. И все, сейчас я попробую, что у меня тут получилось. Так, сахарку надо еще маленько. Ну, это на любителя, почти на китлое. О, все. Маленько перчику. Вот и все. Одела в шляпе. Пусть стоит, я поставила на двоечку. Сейчас все у меня покипит 5 минут. Выключаю, остужаю прямо на конфорке, перекладываю в контейнер и все. Пожалуйста, кушайте. Ну, всем приятного аппетита, дорогие мои. Всем пока-пока. До новых встреч. Пулькала. Сейчас я выключу уже все.